Чё по поводу Никиты? Кто-нибудь что-нибудь узнавал? Нет, не узнавали. Нет. А я-то думал, Ира, что твое любопытство решит узнать, что произошло. Ну, я у него спрашивала, он говорит, что у него все хорошо. Он со мной так разговаривает, отъебись, ну и надо мне, блин, допрашивать его. Не хочет разговаривать, не надо, боже. Если он там на что-то обиделся, то, блин, ну, ребят, вы извините, но я, блин, за каждым из вас постоянно бегать не хочу. Это я, блин, должна обижаться на каждую ерунду, а никак уж не вы. Поэтому, блин, если у вас что-то случается, вы либо говорите об этом, мы в этом разбираемся, либо там сидите и обижайтесь одни в углу. Дзинь, я так. Блин, Дима вообще не танк. Дзинь. Не дзинь, а дзинь. Дзинь-дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь, я так. Денька, милый. Видела я, как ты скидывала в этот в канву кадры, это я так понимаю, что из будущего фильма про типа Гензи как раз Дзиньят. Он там такой миленький с бабочками. О, ну, прелесть. Он такой прям как котеночек вот. А, где бабочки вокруг него летают? Угу, угу. Только это не из будущего фильма. Это просто анимация этого из Source фильммейкера. Было бы круто, если бы они сделали фильм про них вдвоем. Вообще, по идее, оно ж по сюжету так должно быть, потому что типа Гензи ученик, его все дела. Было бы круто. Выглядит реально как кадры фильма, я даже подумала, что это фильм. Вот что значит команда! Урон увеличен! Ой, там турели, там бастион. Я кого-то убил и умер. А, я убил Ханзу. Я молодец. Следуй за тобой. Теперь ты готова к бою. Исцеляющий поток активирован. Вражеская турель обезврежена. Перед нами турель. И она материальна. Давай, возвращайся в бой. Вражеская турель уничтожена. Впереди вражеская турель! Блять, тут заебала дурацкая турель. Я тебя подлечу. Лёш, спасибо. Не разыгрался. Ну еще и переставила. Серьезно? Она заблокировала ульту. Мне нужна помощь. Блять, он под ультой там. Я тебе позабочусь. Активирую увеличение урона. Блять, охереть, а? У них там две турели и бастион. Ну чё, я врубаю этот... Пошу жрать. Ну не выиграть хотя бы. Ощутите спокойствие. Какой смысл, если мы не рашим?
Let's go, Rush B. Я вот и доктор. Опс. Прости, чувак. Я в Рашу, алло. Пытаюсь. Я не могу, блин, турель достать отсюда. Цель подбита. Я, почему мы с Лёшей прошли? Они все остальные. Ей! Молодец. Ой-ой-ой, зарплата. Зарплата тайм! Блять, ах ты ж... Извините, но он просто... Герой не умирает. Я в ударе. Гад, а он думал, что спряталась, я обошел бы, в ульте обошел. А вот и доктор. Он будет снизу идти, скорее всего, попытается нас флешечкой вернуть. Оп! Вижу, осторожно. Помогите мне, у меня 60 хп. Где он? Блин, где он? Он наверху поднял, я же поднимался. Давай, возвращайся в бой. Я не вижу тебя. Я уже умер. Да, грустно. Ну, пошел за трейсер. Ну, дива. Какой на левел? 10-й играет как первый. Не чтобы прикрыть там этим своим щитом. Щит прикрывает только Диву. Нет. Нет. Да. Конус, про... Этот конус прикрывает все на своем пути. Ты да, видел, как он работает вообще-то? Тупо конус на меня навести и все, я буду в щите. А, ну если почему так... я так делаю, она не может это делать. Потому что, блин, вот я, например, тоже не догадывалась так делать. Где болит? Значит, другие люди не догадываются. Глупо было бы, если бы она только себя прикрывала, она же танк. Ну блин, если идти вперед и идти рядом с ней, она же только себя прикрывает. Ощутите, это же не рейдхард, который щитом может закрыть всех. Надо именно наводить на кого-то. Ну так, блин, наводить на кого-то, это на себя не будет защищать. Всегда сначала себя надо. Да вашу ж мать. Бля. Ой, там еще есть зарплата. Или я успел свалить. Масханцы такие молодцы. Давай, возвращайся в бой. Барьер активирован. Там в этой вверху. О, камио. Проект. Чудеса современной медицины. Блин. Блин. Да, грёбаный хан. Заряжается. Не бойся, я прикрою. Я о тебе позабочусь. Ощутите спокойствие. Хи-хи-хи. Сбила ульту. Да, блин, какого хрена, блин, чё он такой меткий?
Просто он стрелять громко. Надо было их раскидать с этой, как, с полянки этого. На ешку. С полянки на ешку? Что? Ну, фары, скилл, который скидывает. Я рядом. А, типа, ну, назад. Я сбоку стою, чего? Я сбросила этого Рэнкхарта, когда он утонул, и все, чего еще хотите от меня? Я тебя подлечу. Нужна помощь. Веду захват объекта. Так, бля. Бля, тупой, что ли? Боже мой. Валькирия снова в строю. Уже лечу. Я о тебе позабочусь. Нам нужно поменять стратегию. Пошли обойдем сверху. Осторожно, там идет пидор. Райнхард, к вашим услугам. Впереди! Сейчас рванем! Давай, возвращайся в бой. Рейджер уже здесь. Это, если что, я наверху. Осталось одна минута. Обнаружен противник. Блять, ну и как к нему идти туда? Где я нужнее? Туда, туда. Где наш Рейнхард? От меня никто. Да ёб твою мать, Рейнхард, сука тупая. Мразь, а? Бесит меня. У него Ханзу кемперит. Я до вас дойти не могу. Достал он. Осталось 10 минут. Время на исходе. Потому что наш, блядь, это... О, да? Впереди тот... Дополнительное время. Сейчас расплата. Бля, сейчас зарплата, бля. Я спасла вас целой своей жизни. Угу. Это не помогло. Окей. То, что Рейнхард, бля, шляется непонятно где. У нас был Рейнхард? Ну да. Так из-за того, что он шлялся хрен знает где, непонятно, что он делал. По воздуху махал кого-то убил. Да, вообще. Я Ваню похвалю. 3-2-1. Чё 3-2-1? Я говорю, он в нашей команде похвалы 3-2-1. Похвала. А кто был третий? Ну, третий фара, по-моему. Я фара? Вот, видишь, тем более. В смысле? По-моему, там ты была или еще кто-то такой. Что? Что? Ничего, ничего. Кого мы взяли? Можешь взять себе. Ей. Порядок будет восстановлен. Да, Ир? Ей! Даешь восстановленный порядок. Я присмотрю за тобой. Ей. Порядок будет восстановлен. Я укрыла тебя. Спасибо, там нет. Лол. Его там нет. Этот такой бежит, у тебя на платье пятна. И кто-то такой, спасибо. Ты забавно. Ура, мне дали щит. Тебе нужно будет наверх? 30 секунд, да. Нет? Нет? Нужно будет, нет? Окей. Я просто могу себя подкинуть. Не, не надо.
Интересно, вообще кому надо наверх? Да не, зачем? Ничто не дает целей. Ну ладно. Подвожу ледяную стену! Привет! 5, 4, 3. Я буду снайпером. Начинается атака. Защищайте объект А. Я о тебе позабочусь. Они, короче, еще и поверху пытаются. Ай. Лучше быть молодым, чем больным. Лол, он по стене ходит. Что вообще? Я сам не знаю, что за хрень. Я тут... Так, отдыхай. Как ни странно, никто через верх не прыгает пока что. Они тупые? Да, танка. Еее, минус танк. А, минус нет, я абсолютно здорова. Никто через верх не идет, странно. Фара? Понятно, вот теперь идет. Ну нет, да она ладно, просто стреляет. Наконец-то. Ага. Еее! Моя малышка! Никто не спрячется от охотника. Мне это больше нравится, фраза у нее. Какая? Никто не спрячется. Угу. Я такой, я без палева, короче. Я была кула. Я молодец. Ай, ау! Там фара. Ой, чё, чё, чё? А чё, а чё? А чё, чё? Сейчас. Спасибо. Это было бы больно. Я не люблю сейчас зарплаты. Ей, чувак. Чувак. Мрочь, а? Ты чё, вот телепорты мои ломаешь? Трое у меня в прицеле. Спасибо тебе. Фара наверху сидит. Лёш, ты там бегаешь как раз? Блять, как бы достать тут ее? Ледяна. О? Я в саркофаге. Сейчас. А вот и покажи им. Не Ханна? Саян, чувак. Лёша, нет, только не ты. Только не Лёша. Хватит мешать мне работать. Ты не клинила? Нет, я умерла. Я запечатал себя стеной. Тянуло время. Нам нужно защитить объект. Понятно. Потерян. Понятно. Позиция обороны. Объект Б. Мы под твоей защитой. Давай, возвращайся в бой. Макака. Там не только массаж, там вообще все плохо. О нет, Леша, даже что с нами так? Макака, вали нахуй. Тупой макака. Так, где я нужнее? Хе-хе. Я о тебе позабочусь. В этот солдат зайдет. Так вот тебе. Бля, с двух сторон зажали. Исцеляющий поток. Мне как-то не нравится, что нас пытаются обойти с двух сторон.
Почему мне не нравится фара? Герои не умирают. Минус фара. Эй, ну капкан! Сволочь! Бля. Блять. Ты чё, блин, думал, а? Хитрый, а? Ливень возмездия. Другое дело. В смысле? Может быть, всё, он вообще какую-то жопу убьёт. Ей, я летаю. Я умру. Леваша, нет. А иди нафиг, дура. Я тебя подлечу. Слышь, охренело совсем. Ой. Лёша. Ну это shift, это не я. Это не я, это shift. Во всех бедах и не shift. Да слышь, задолбал вообще там сел. Такой. Теперь ты извини. Я помогу. Я как-то сделал дабл килл. Какой хер вообще? Давай, возвращайся в бой. Исцеляющий поток активирован. Там кто-то пытается. Вот это было еще. Мне еще фонарь. Я тебя подлечу. Спасибо. Вот это охереть, блин. Вы у меня в прицеле. Нам нужно, чтобы кто-нибудь встал на объект. Это понятно, объект. Ну да, мы же в Call of Duty играем. Лучший момент матча. Юджино кино, курая! Лол, два раза промахнулся. Лол, криворукий. 14444. Королевский, да. Четко. Четко по-пацански. Как-как-как-контейнер. Боже. Вы прибываете в Голливуд. Вол, хе, смотрю злобный стрим по Симсу. Там, короче, чувак, ну, стримера этот персонаж умер на работе. И просто тупо все люди с работы сошлись, в туалете умер у раковины, просто все работники пришли туда и ржут над ним. Чё происходит там вообще? Лошара, лошара. Сдох на работе неудачно. Там даже смерть пройти не может, блин, чего происходит. Ира, у нас уже сейчас подготовочка началась. Ага. Я не знаю, кого взять. Бумага падает. Моим трону ускоритель. Все в порядке. Да я шучу, здоровяк, все в порядке. О, Дива мило разговаривает. Огромная гора!
Привет. Прямо как в старых видеоиграх. Я часто это слышу. Приветик. Глотай пыль. Приветствую. Атака начнется через 30 секунд. Что-то мне подсказывает, что этот фильм настоящая бомба. Что происходит? Почему он живет? Спасибо. Эй, 5, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Ой-ой-ой. Что? Кто-то дерется. Нет, Плёшка, я сзади. Хилп. Спасибо. А вот и доктор. Лёш, ты дурак. Что это было? Что? Лёшка, камикадзе. Ты вообще... Хрена там турели-то, а? В смысле? 6 турелей, все как обычно. Я тебе позабочусь. Ну чё такого не делал? Хилил? За претензии не про. Надо убрать кто-нибудь. Блин, горилла бы убрала, вот их. Блин. Горилла убили. Герои не умирают. Спасибо, доктор. А вот и доктор. У них есть рекорд. Найдем. Да, понятно. Я уже накопил 60. 70? 84. 80. Я уже ульту заюзал, не больше. Ну, просто наши ульты зависят от урона нанесённого. Так, вот. Ай-яй-яй! Я убегаю! Я спасся! Ульта? В смысле, турель? Ульта? В смысле, турель? У меня тоже... Бля. Ну, в смысле, о! Хотя бы этот трупом помогла своим. Исцеляющий поток. Как? Ну, в смысле, манула. Свинка прошла сюда. Трюшка. Ну, вот хрень. Я работаю на пике. Я убил их инженера. Господи, что происходит? Почему я умер? А ну хоть одного. Хинюка. А чё, все умерли? Вы чё, товарищи? У меня этот педик убил. Давай бей жирного ублюдка. Прости, Хрюш. Что? Ай! Меня цапнул коза. Мачи козу. О! Ульта! Как хорошо, что я умер. Почему мы идем постоянно через какую-то жопу? Че, поближе не знаю? Нет. Я здесь. Я за аптечкой туда ходила. Почему вы туда пошли? Я прям даже не знаю. А я трейсер, я должен ходить обходными путями. Если что, в боковом проходе слева, я слышу. Понятно. Справа, вернее, пардон. Так, это не работает, нужно что-то другое. Например, что? Например, фар. Меня кто-нибудь прикроет, блин, ну. Я бегал от свина, блин, полчаса. Блин. А зачем ты пошел за мной? А куда мне еще, кому идти? Отстреливаться из бластера, что ли, понимаю? Чё за тупые вопросы? Фух, у меня оставался 2 хп. А вот и доктор. Я уже все. Теперь ты готова к бою. Я рядом. Впереди вражеская турель. Осторожно. Сейчас расплавлю. Блин, чуть-чуть не хватило. Грустно. Осталось одна минута. Я добрался до объекта. Скоординируем наши действия. Абсолютно здорово. Вообще было бы круто, если бы кто-то слез турель.
Ну я на это особо не рассчитываю. Жир! Жир, жир, жир! Мочи свинью! Блин, гребаная турель, а? Бесит. Исцеляющий поток активирован. Герои, восстаньте! Да блин, я от нее свалил уже, между прочим. Полное выздоровление. Идет коза. Спасибо. О боже мой, мы это сделали. О, у нас две фары. А вот и доктор. Все вовремя. О, спасибо, что спрятали меня за машину. Сзади обходит Лёша. Я тебя подлечу. Нет, не обходит. Пора прятать. Ну, жирный ублюдок. Тролль наверху стоит. На мостике, на крыше. Сейчас расплачу. Опа. Это Сафа. Да как меня сзади этот ублюдок убил? Что произошло? Нет, обнаружена турель. Валькирия снова в строю. Мне нужно лечение. Обнаружена турель. Я тебе не турель. Да вообще все плохо. Не благодари. Да. Леша, ты можешь со мной на крышу полететь? Обнаружена турель. Обнаружен противник. Их откуда они вообще? Ой. Урон увеличен. Спасибо. Герои, восстаньте. Ой, да ладно. Нужно доставить груз. Я тебя подлечу. Что ты там шпекаешь? Я есть врач. Пора приодеться. Посмотрите, кого я вижу. Привет. А вот и доктор. Я рядом. Берегись! Сейчас рванет! Где там турель? Достиг контрольной точки. Уже тут какой-то просто. Я тоже на крыше. Если что, я их врача снял. Сопровождаю груз. Вражеская турель уничтожена. Без шансов, чувак. Валькирия снова в строю. Куда ты идешь? За мной. Эй, а вот и доктор. Блин, я тут вылился. Сейчас расплачу. Ты, откуда? Откуда? Блять, прям рядом с ним стояла. Ну, поток. Так бывает. Двигаю.
что-то захотелось за трейсер поиграть. Не надо. В смысле? Лёха, тебе на убить. Лёша, это аптечка. Все, никак ультануть не могу. Меня хил, меня. Все как обычно. Ей, чудеса современной медицины. Это наш Гензи был. Я им покажу. Я тебе позабочусь. Нет, нас нет Гензи. Осталось 30 секунд. Не, я в смысле там. Время уходит. Он так шлёпнулся. Мы должны работать сообща. Сзади свин. Укрытие. Ну, ты офигел вообще? Ублюдок, а? Я тебе позабочусь. Меня напали. О, в смысле? Натурель. Натурель. Ла натурель. Какой увлекательный геймплей. Да, просто с таких моментов можно делать, блин, фильм а-ля «Жизнь Тьюбурна», блин. Угу. Типа... Ну, блин, чуть-чуть, да, не хватило. Сколько не играю, блин, а еще ни один из знакомых людей не подошел ко мне так близко. Уровень... Приготовьтесь к обороне. Больше 10 метров. В смысле? Больше 10 метров? Ты хочешь много 10 метров? Го в 10 метров играть. Го. Ей! Ей! Чур, я не с вами. Все, не ходи через наш телепорт. Да. Мой телепорт не работает. Проход закрыт. В 10 метрах, ха-ха. Иди в жопу. А если по-русски? Ну типа, смените симметру. Часов. Цените эти последние мгновения. Переключи себя. Как это мило. Все защищены. Спасибо. Так, давай, короче, я тут секунд. Поставлю. Да, угу. Ты поставишь на арку? Уже ставлю. Во всякие пипидастры и прочую хрень. В цветочки поставлю. Пять, четыре, три, два, один. Начинаем. Дурацкий цветок. Дурацкий турбосвин встал прямо у моего цветка. Сделайте глубокий вдох, а теперь к победе. Где болит? Хорошо, что они не плохо маскируются. Да. Их теперь кусты пофиксили на точке, так за кустами можно прятать их. Правда, жалко, что они убрали их. Меня атакуют! Ты убил! Женечка. Здесь ты поставили? Я по точке распихал их по всей.
Приступаю к лечению. Ну, у меня на воротах. Ну, у меня пять турелек на воротах. У меня все на точке стоят, и у хилки. Минус турелек. Прикройся меня! Есть? Я о тебе позабочусь. Я помогу. Чувак, ты попался неудачно. Хи-хи. У тебя телепорт готов? Нет, еще. Не, ну охреневшее вообще такое. Моя суперспособность. А вот и доктор. Удушная. Все славни турелей. Типа я такая классная. Где болит? Я еще все целы. Я в ударе. Кензи. Я у хилочки телепорт поставил. А вот он. Хе-хе-хе. У меня тоже телепорт сработал. Май турель уничтожил. Это наш? Наш? Нет, не наш. Давай, возвращайся в бой. Май турели. Огонь подготовлен. Ой, Майка, привет. Май, привет, Май, привет, Май, привет, как дела? Я тебе позабочусь. Такая забавная. Телепорт, защитите, блядь. Бля, не успела. Чем мой телепорт из-за вас умер? Где болит? Где эта тварь? Теперь ты готов. Тварь, есть тут кто-нибудь? Тварь. Все так, как ты должен. Не сварюшки. Я еще ни разу не умер. Умничка. Скорая небесная помощь. Нет! В смысле? Какого хрена? Охуела! Там мы стоим наверху. Пошли. Пошли, дайте мне пизды. Че, охерела что ли? Алло, мадам. Какого хрена вообще? Что за геймплей такой? Чё за... Ну, вообще, что ли, нормально? Нет, вообще, стала такая, типа, Коза тупорылая, блядь. Иди, на завтрак ем. Не ругайся. Мы должны удержать объект. Враг нападает. Где болит? Отомстила. Хей. Молодец. Ой, Регинавию. Исцеляющий поток активирован. Сейчас распила. Еще и запад. Огонь по готовности. Ай-яй-яй, сейчас объект захватит. Объект захватит. Объект захватит. Бегу. Я бегу, 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 бегу. Я постаралась. А я уже там. Ай, там их много. Совсем много. Шлем не захотелось. Грустно. Так-то там 30 секунд не хватило, между прочим. Не, нормально, еще и жалуется. Потому что они сами ничего не сделали, поэтому перекидывают на других. Это ж логично. А вот и доктор. Дам тебе щит. Огонь по готовности! Не шевелитесь! Тьмой трубу пхается. Что происходит? Я такой телепортик только поставил.
Винсела. Мы на месте. Хватит мешать мне работать. Что? Что за песен плейнул? I will look. Блять, кто сломал мой телепорт? Груз, дости по контрольной ночи. Меня атакуют. Господи, что-то вябкает со мной. Герои, восстаньте! Береги! Сейчас рванет! Так, ой-ой-ой-ой. Шина. Боже, такой тупой. А тем временем они машину далеко прогнали. Ну, молодцы. Я чуть-чуть не хватило. А чем мы все мертвые такие бежим? Чудеса современной медицины. Ей, Джеронимо! Сорочки. А что ты щитами раскидываешь, как боженька. Берегись! Сейчас рванет! Чудеса современной медицины. Ай! А, ну нормально. У меня максимальный заряд. Меня никто не хилит. А вот и доктор. Я сейчас сдохну. Застыньте! Не шевелитесь! Огонь по готовности! Я замерз. Да ёб твою мать! Ну теперь я им покажу! Я абсолютно здорова! Твою мать! Герои, восстаньте! Запускаю протокол самоуничтожения! Теперь... Сейчас расплату. Тупой, конечно. В смысле? То есть все такие... у нас по базе бегает МАК-3. Брось. Огонь по готовности! Заносите письку. Клево. Я тебя подлечу. Мой фургон не там. Осталось одна минута. Противник обнаружен. Где болит? О, спасибо, чувак. Меня, короче, решит, судя по всему... Этот дебил заряжать. Мочите его. Вот и доктор. Ми. Осталось 30. Что способна? Одна победа! Застыньте! Смысл, куда я кинул вообще это? Сейчас расплачу. Давай, вмешайся в бой. Огонь по готовности! Герои, не умирайте. Гравитация может и убить. Осталось 10. Встаньте! Лол. Заморозили, короче, друг друга в одну секунду и убили потом. Нормально. Я тебе позабочусь. Ей, тим-хил, тим-хил, тим-хил. Победа. Ей. Фаняйст. Лучший момент. Айсфол. Интересно, почему мне не видно тут глаз? Свинка зарешала.
Ей, хвалим свинью. Че их там хвалить, они нас гнали? Да, блять, нашу свинью, которая на нас не гнала. Гнал этот див... Они втроем в бате играют. Три дауна. Давай меняем. Но при этом... команду. Остальные, знаешь, как-то молчали зато. Один только диванук пытался что-то пиздеть. Ну что сам нихера не делал. Погоди, открою. Сейчас. В следующий раз такие наезды вообще херить не буду. О, голд что-то. Что-то голд? Бля, повторка на Гензи. Ну какого хера вообще? Чё ей, она повторная. Ну и что? Сколько там дали за продажу? 200 монет они теперь дают за голд. Ну, раньше давали по 500. Пидорасы. Да. Может, завтра будет хуже, чем вчера. Прорвемся от виски пера. Ей, матч найден. Нам не хватает жнеца. Я буду жнецом. Ты будешь жнецом? Я херовый жнец, но я буду жнецом. Окей. Ура! Настроение веселье. Настроение распиздец. Подаешь веселье. Ей! Лёшка, покричи с нами. Ей! Давай. Давай. Ей! Ей! Чемару. Ой, он пищит. Да. О-о-о. Раньше этого не было. Леваша. Ну давай, на счет три. Раз, два, пять. Лёш, ты чё молчишь? Ничего. Он шевелит булками. Мы слишком неадекватные для тебя. Да. Приступаю к лечению. Я просто весёлая. Боже, какой тупой. Тупые. Снова в строю. Спасибо, чувак. А вот и доктор. Ему в ударе. Чё? Где болит? Мне бы не помешала помощь. Ей, так не болей, мальчики, девочки. А у них Ганза. Ганза? Ну, Ханзо, Ганза. Хилми. На. Блять, со всех сторон бьют, а? Нормально. Нет! Помогите, эти ловушки. Попробуй-ка занерки! Активирую увеличение урона. Я покажу, когда! Отсоси, чувак. Жалкий сосунок. Я так лучше глусю. Прикройте меня, я тебя подлечу. Хил. Я хиляю. Ее, заряд зарядился на мне. Давай, возвращайся в бой.
Бля. Я так держалась, блин, нет, ни разу не умерла ведь. Сколько? 8 убийств смерти. Встаньте кто-нибудь на объект от Хидер Ханза. Не ты же, Лёша. Ну а кому еще? Все мертвые. Нет. Заря он бегом. А Заря дура. Заря дура, дура, заря. Мы просрали точку, наверное, навсегда. Грустно. Исцеляющий поток активирован. У них стихан за полный рак. Наносимый урон увеличен. Лёш, я тебя периодически пытаюсь лечить. Бля. Да потому что у них... Опа! Чувак, прости. Да блин, всё у меня... О, там ещё с мою ульту. Я покажу, как надо. Я веду там по таркетка. Лёха, ну, захвати. Победа в первом раунде. Ей! Счёт. Такой сразу я ушел. Моя команда сосет. Ну правильно, у них. Ну а че, у них один Ханза стоял то рядом с этой с точкой, а не на точке. Он, кстати, не нам писал, Лёш. Ну что? Мы молодцы. Я ему написал, вали тогда. Он уже ушел, когда ты написал. Злой Лёшка. Лёша злой. Злая доктор Цигли. Земной Цигли. Доктор Тюблев не должен быть злой. Лёша, не вздохай так тяжело. А будешь так тяжело вздыхать, мы тебя съедим. Такое ощущение, что как будто тебя попросили с пятилетними детьми посидеть, и ты такой вздыхаешь тут. Ну, лучше с пятилетними детьми, реально. Ну хуже пятилетних детей? Сейчас было обидно. Ваня, блин. Чё? В смысле? То есть... А как же я? Вань, да ладно, а я же милая. Разве нет? А я не милый? Нет. Ах так! Ну всё, я тебя запомнил. Я шучу. Блин, я тоже знаю, где ты живёшь. Нет, не знаешь. Знаю я, всё знаю. Нет, не знаешь. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Знает только то, что мы муж мандарин. А, Ир, осторожно, Макри. Да он заебал меня. О, вот это было громко. Хе-хе-хе-хе. Спасибо. Давай, моя точка, мудачок. Герои не умирают. Как не вовремя, она выкидывает свои эти. Моя точка. Я о тебе позабочусь. Это тебя прямо отрекло. А посуду. Бейте фару. Берегись! Я пыталась.
Это хил, хил. Как новенькая. А все хилы... Кто-нибудь... Ладно, все хилы умерли. Пожалуйста, да. Позвоните позже. Спасибо. Я покажу, как надо. Мне бы не помешала помощь. Огонь по готовности! Ну, я хотел ее убить. Давай ко мне. Иду, иду. Смерть с доставкой. Я тут вообще ничего не делаю. Ну, ты хилишь. О, хорошо, драконы зашли. Зашли так плохо, что я даже не знал. Моя точка. Моя точка. Точка моя. Блин. Герои не умирают. Ну, начался спам бомбами. Сзади, сзади. Я зарплат. Ай, ой, меня убили. А вот это. Нам нужно защитить объект. Да встаньте на объект. Блять. Как-то путь не понял. Огонь по готовности. Я ворвался. Ай, нет. Заря, ну... Поражение Боже. Во втором раунде. Заря, это просто даун. Ну, у него как бы тоже между щитами есть кулдаун. Так просто зайти хотя бы на точку. Я умер на этой точке просто. Да она не заходит, она... И на том раунде. Фу, тоже не зашла. Прекращать надо этот аутист гейминг просто. Смысл, кто там забьет? Бьется человеческое сердце. 5, 4, 3, 2, 1. Обосрались заочно, чувака. Захватить объект. I'm unstoppable. Ай, 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 Ира, 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 космонавт. Как новенькая. Объект активен. Блин, почему? Я абсолютно здорова. Береги! Я тебя подлечу. Наносимый урон увеличится. Я захватываю. А вот это. Смотрите, не двигаться. Ключи на тело. Захватывай один. Присоединяй. Где болит? Я тебя прикрою. Давай, Люка.
Исцеляющий поток активирован. Так им и надо. Стоять! Приступаю к лечению. Врубай, басы! Я покажу, как надо! Берегись! Сейчас хватит! Сейчас расплат. Ну, здрасте. Двигай телом! Я абсолютно здорова. Ну все. Теперь ты готова к бою. Я о тебе позабочусь. Я абсолютно здорова. Лучший момент матча. Чё я там хилил? Эпический матч. Реальность наконец признали! Чё я там хилил вообще, без понятия? Бывает. Ну просто Люсио сам по себе хилит больше.